В сентябре этого года Краевой департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя организовал серию зональных совещаний, посвященных вопросам соблюдения законодательно установленного запрета курения табака в предприятиях общественного питания. Эта тема настолько заинтересовала предпринимателей «Горячего ключа», что для них было решено провести отдельную встречу. Обсудить вопросы табакокурения в кафе и ресторанах с представителями власти пришли свыше 60 представителей предприятий общественного питания. В ходе совещания участники обсудили практику реализации требований федерального закона об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма, а также ответственность предприятий за нарушение законодательно установленного запрета курения табака. Как свидетельствуют цифры краевой статистики, законодательные нормы соблюдаются не всеми. Так, за истекший период 2018 года за их нарушение было вынесено постановление о наложении штрафов на сумму свыше 840 тысяч рублей, из них 120 тысяч в отношении организаций общественного питания. Зафиксированы также случаи нарушения запрета на реализацию табачных изделий в 100-метровой зоне от образовательных учреждений и даже попытки проведения акций, направленных на стимулирование реализации табачной продукции. В целом, практика реализации норм антитабачного закона в 2018 году показала, что деятельность в данном направлении необходимо усиливать, а представители бизнеса признали наличие проблемы и согласились с тем, что требования закона должны быть обязательными для всех, сообщает пресс-служба администрации города.